Доброе утро всем. Сегодня я решил радиоэкспедицию пешую и FT8 QRP на минималках провести. Сейчас просто недалеко отойду, около километра буквально от дома, и сделаем полевой шаг, в общем-то, на берегу Западной Двины. Погодка вчера была вообще здоровская, солнышко. Сегодня так, облака, но в принципе располагается. Вот посмотрите, небо тоже голубенькое, немножко солнышко пробивается, так что посмотрим, что из этого получится. Практически подходим тут к шеку, планируемому, к реализации. На берегу Двины все быстро, оперативно и под рукой. По сути, я тут не более километра от дома отошел, потому что живу на северной окраине города. Впереди только Двина. А вот, думаю, вот здесь вот и обосноваться. Как раз сесть можно будет на эти поваленные деревья. Вот на это дерево. Сейчас вот сюда, на этот сук, забросим дипалёк. Ну и как-нибудь тут, как-нибудь так. Так, ну вот. Диполь. Прямо вообще солнышко выглядывает, так что отличная погода. Небо красивое. Уже проверенный способ заброски бутылкой. Вот сейчас на этот сук будем забрасывать, пытаться, по крайней мере. Растянут. Сейчас вот такой вот стол и стул организовал. Теперь собираем шек. Вот кабель питания. Так, компьютер. Трансивер, аккумулятор, все подключено. КСВ на 14074, 66 Ом, и практически нет реактивки, то есть все в резонансе. 1,3 КСВ, все окей. Проверяем и включаемся в работу. Подаем питание. Трансивер. Так, звука мы сейчас не услышим, потому что... Сейчас включаем комп. Так, пока комп загружается, отсвечивает зеркальный экран, вот пипа. Есть. Один три показывает КСВ, 4,3 ватта. В режиме SSB там чуть будет поменьше. Уже идет прием. Водопад. Так, плохо, конечно, видно, потому что отсвечивает очень экран. Я уже тут загородил как мог, но тут надо небо загораживать. Вот, когда небо загораживаешь. Так, как-нибудь. Все работает, звук через компьютер слышен. Ну что, сейчас попробуем, да, CQ. Сигналы ломовые с плюсами, минус 65 дБм. Вот и первый ответ.
это Родинон на Харитон знак. И хороший рапорт, минус 0,4 дает. Ну, около 3 ватт, 11 вольт питания. Место на берегу реки. О, прикол. А он полетел, дятел. Нет, это не он. А вон он. Вот он полетел. Тем временем еще подошел голландец, спасибо. Не слышит. Ну, пока QSO идут. Вот такой себе эксклюзивный стул сделал. Стол. Сыроватый им можно подстелить. Потихоньку QSO идут. Отвечают. Голландцы, итальянцы. Ну, еще раз расскажу про сетап. Трансивер TrueSDX. Значит, USB карточка, самая простая, за доллар, за полтора, за два. Два AUX кабеля, вход и выход звука, и USB кабель как интерфейс, тоже работает, все отображается, компьютер передается. Ну и аккумулятор 11 вольт и планшет Pipa. Антенна, напомню, диполь, классика, все на минималках. Вот туда вот, на дерево. FT8 QSO с минимальным сетапом можно проводить и на QRP. Вот, так что... Отлично. Иногда для развлечений можно и выйти. Тем более, что совсем рядышком. Час, полчасика и, в общем-то, сетап уже готов. Ну, а я продолжаю в эфире. 20 метров. FT8, QRP, Low Power. Около 3 ватт выходная мощность. Ну, а пока QSO идут, время для кофе-паузы. Хорватия и Словения позвали. Отвечаем хорвату. Лепота на природе. Кофе, радио. Хорошая погода. Ответил Словении. Отлично. Ну, как говорится, пора и честь знать. В планшете сел аккумулятор. В общем-то, порядка там 15, наверное, QSO удалось провести. Ну, может, 10-15. А потом подведу итог. Поэтому все здорово, все получилось. Сейчас попробую еще телеграфом QSO провести вот так.
вместо ключа на кнопочку PTT. Ключ с собой не брал, мы же на минималках. Класс. Вот, в общем-то, провел QSO на минималках телеграфная. Ладно, пора и часть знать. Отличная получилась активность, позитивные эмоции. Хорошая погода, солнышко близится к закату. Двигаем в сторону дома. Так что всем спасибо за поддержку, ставим лайки, подписываемся. Возможно, дальше будет тоже что-нибудь интересное. Ну а на сегодня всем счастья, здоровья, удачи, мира и добра. Пока-пока.